Химках прошел пятый этап соревнований по маунтинбайку «Золотые колеса Подмосковья». Больше 200 спортсменов со всей страны приехали в столичный регион, чтобы показать себя. В переводе с английского «маунтинбайк» означает «горный велосипед». Все, что нужно для этого вида спорта, это шлем и хороший двухколесный друг, на котором не страшно ездить по бездорожью. Пока ждут старта, спортсмены разогревают мышцы на специальном станке и проверяют велосипеды. Иначе на трассе может застрять цепь. У меня впереди слетает. А почему они слетают? Из-за того, что вы прыгаете? Нет, из-за того, что плохо велосипеды подготовлены. Приезжают на соревнования с семьями. Ульяна Медина, несмотря на юный возраст, уже 3 года посвятила маунтинбайку. Любовь к спорту прививали с детства. Дедушка – заслуженный тренер России. Когда ты едешь на дроп, ты прыгаешь и как бы в полете... Мне нравится. А не страшно упасть? Все-таки скорость большая. Конечно, скорость большая, но когда ты уже опытный, тебе не так уж и страшно. Я хочу чемпионат мира выиграть, когда вырасту. Соревнования проходят во многих городах Московской области. Трасса в Химках – одна из лучших в Подмосковье. И вместе с этим сложная. Трасса очень и очень хорошая для особенно молодых ребят. Почему? Здесь изобилуют дропами. Дропы в переводе – маленькие трамплины, очень технические подъемы, силовая работа у нас здесь присутствует. Видите, подъемчики, в которых ребята проявляют свои силовые качества. И равнина, которая показывает скоростно-силовые качества. Финал открытого кубка «Золотые колеса Подмосковья» пройдет 4 ноября. Ну а лучших спортсменов этого заезда наградили сегодня, сразу после финиша. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, служба новостей.